Добрый день, дорогие телезрители. Смотрю, свет весь включен. Сегодня получена посылка на почте. Почему мы ее открываем на кухне? Потому что она у нас необычная. А в чем, что в ней необычного, вы сейчас увидите. Шапка для Софы, модная, немножко там вещичек, вот эта шапка трикотажная, хорошая фирма, когда уже и тепло, и вроде не тепло. Ой, какая модная эта девчонка вообще. Да, волосы тоже подходит. Комбез крокетовский. 92 размера. Да нет. Может быть, даже дома. Во дворе. Надо же ребенку что-то одевать. Был по смешной цене около 300 рублей. Самое интересное впереди. Оставайтесь с нами. Так, это блузка моя, я померяю ее. Суть сегодня в посылке не в вещах, а в продуктах, которые пришли у нас в посылке. А в посылке у нас пришло все для приготовления супа том-ям. То, что у нас не купить здесь. Креветки, естественно, мы купим в магазине. А вот такие вещи. Сливки кокосовые. Тут, возможно, надо покупать в Самаре, но Самара на карантине закрыта. Поэтому 6 штучек упаковок кокосовых сливок. Они веревочку. Кокосовые сливки. Их у нас 6 баночек на приготовление одной порции супа. К кастрюльке нужно одну баночку. Это еще. Это футболочка. Футболочка для Манюни. Все в отца. Все в отца просто. Такая темпераментная. Да. Нравится? Это пижамка я купила. Тоже было 230 пижама стоило 98 ростовки на осень. Чтобы ребенку спать было в чем удобно, не жало. Люблю пижамы без резинок на ночь. Продолжаем дальше. Вот этот пузырь. Зачетный пузырь. Это сладкий соус чили для курицы. Очень слабится эта фирма Орел. Масса 920 грамм. Я еще дам подожди. Это все. Вот чего Манюни принесла. Тут Лена. Она когда носится, у нее меняются глазки. Вот смотрите. Глазки. Подмигивает. Да?
И оно с механизмом еще. Иди, папа, у тебя отрежет бумажку. Красиво, тебе понравилось, Малин? Там не мама, там Даша. Папа, покажи папе. Папа! Папа! Посмотри, машина какая! Это разговорный практикум. Свободно общаемся на английском языке. Угадайте, для кого? 420 тематических карточек. Посвящаем время обучению английского языка. Софа, забери свои карточки. Еще один замечательный пузырь. Все идеально упаковано для того, чтобы дошло. Проверяю сроки годности. Сроки годности до 21 года всей продукции, которую покупал. Это рыбный соус. Тут, где мы живем, такого соуса вообще нет. Фиш соус, рыбный соус. Он нужен для того. Как они хорошо упаковали все. Тютелька, тютелька. Это паста из тамаринда. Тоже фирма. Срок годности 21 год. Я думаю, сока. Пустуха. Наша шина. Все идеально упаковано. Отдать должное, что они позаботились о том, чтобы все к нам дошло. Целости и сохранности. Иди, супер, отнеси. Вот, паста из тамаринда. Это что? Брюки для девочки, это лосинки для стежки. Вот такие. С киской мимо. Лосинки. Тебе нравится, да? Да. Нифига, тут еще одна вкусная баночка. Сама паста том-ям паста. Быть вкусному супчику. А это не знаю даже кому, Даша или Софья. Я подумаю над этим. Что это такое? Это жвачка для рук, светящаяся с ароматом мяты. У Софьи такой сразу печальный вид. Лосины для Софы, 134 размера, а это палантин голубой для меня. Смотрите, какие кошечки. Или для Даши. Сейчас. Так, на этом все. Посылка разобрана. А у нас еще дня два назад мы получили посылку. И некогда было снять обзор. Так, вам показать. Что
тоже пришло в эту красивую. Сорочки ночная. Размер 134. Чей же это размер? 134. Наверное, это Софин размер. Вот Софа прям копия. Вот такой Софа ленивец, особенно когда нужно делать уроки. Софа у нас ленивец. Сорочка для Софы. Так, розовая орхидея пижама. Пижама для Марии. Опять крокет. Размер 98. Это пижама на лето, на осень уже. Пони. Пони красивый. Потому что это манюня. Почему манюня, Софа спрашивает? Для Софы еще один подарочек. Была распродажа халатиков. Я ей купила махровый халатик большого размера. Сейчас скажу, какой размер. Мне кажется, 150. 156 размер. Но халат не должен быть маленьким. Я люблю большой, чтобы ребенок утонул в нем, чтобы приятно было идти с бани. Намерь. И показывай нам. Хочу показать халат. Это прям халат будет жить в бане. И Софа из бани будет ходить в нем вместо полотенца. Он такой мягкий-мягкий, тут баечка. Вышивки. Это, по сути, ее будет ванный халат, в котором она будет приходить из бани. Там есть пояс. Хорошо. Мягенький. Классно, да? Спасибо, мамочка. Теперь. И еще. Еще одни лосины. Лосины шло в цене 200 рублей. Какой-то пояс очень маленький. Иванова вообще шьет. Но какие-то они, это не суразного размера. Я думаю, что они будут возвращены. Вот. Но они не очень хорошо тут будут. Я так думаю. Они вообще не тянутся. Они хорошие. Леггинсы остались. Готовится к отправке. Думаю, что не очень хорошо. Все, посылка закончилась.